Вот комплект для шадов Ара Аэро для небольшого круизера. Вот такой вот американский комплект мы купили, чтобы из него произвести бобер. Здесь есть заднее крыло со всеми кронштейнами, переднее крыло со всеми кронштейнами. Кронштейн для крепления сидения с пружинками, само сидение. Сидение очень хорошего качества, вообще детали очень хорошие. Здесь вот пластик и сверху кожа. Для кожи, чтобы она не промокала, специальная смазка такая, а-ля вазелин. И крепление, и задний стоп-сигнал в стиле американских старых автомобилей, но уже светодиодный, современный. И вот такая вот планочка вместо вот этой вот большой. То есть, когда соберем мотоцикл к вечеру, я выкину другое видео. С вами был Алексеич из Мото-М.